Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 10 октября. В этот день, в 1934 году, вышло постановление о закрытии костела святого Станислава. В 18 веке на углу Мастерской и Торговой, ныне улицы Союза Печатников, находился дом сада митрополита Станислава Богуша-Стринцевича, который в 1784 году стал архиепископом и главой Римско-католической церкви в России. На участке Богуша в конце 18 века была устроена католическая каплица. Перед смертью митрополит завещал свой участок и значительные денежные средства на устройство церкви во имя святого епископа и мученика Станислава. Храм был построен в 1825 году по проекту архитектора Висконти. В 1930-х годах началась кампания по закрытию костела. В 1931 году было арестовано 50 человек актива. Из-за сопротивления верующих само закрытие произошло только 5 ноября 1935 года. Здание было передано детскому саду, а затем там был то цех, то склад. Внутренний декор был утрачен. 8 августа 1996 года здание костела было возвращено церкви, а 10 сентября 1998 года в алтарь костела были помещены мощи святого Станислава, доставленные из кафедрального собора города Кракова. 7 ноября 2018 года в костеле святого Станислава был открыт мемориал католическим священникам, репрессированным во время советской власти.